Дорогие друзья, всем привет! Добро пожаловать ко мне на канал, с вами я, Елена. Сегодня у нас 31 декабря, вечер, так, сейчас скажу точное время, 7:30 вечера. У нас сейчас начинается ужин, такая банкетная, как банкетное мероприятие. И в 8:00, наверное, 8:30 уже будет какой-то праздничный гала-концерт здесь в отеле. Хочу перевернуть камеру и немного показать вам лобби здесь. Сейчас вечернее время. Здесь вот люди сюда спускаются, такие все нарядные, красивые. И фотографируются возле елочки на память. А еще здесь в центре лобби такая искусственная сакура. Красиво сделана, украшена. Вот это само по себе такое небольшое лобби. То есть в этой стороне тоже можно присесть. Здесь такие классные диваны. А вот здесь как раз выход, это уже там к бассейну. Это я лучше вам покажу в дневное время. В вечернее время там, ну, ничего не видно, просто не освещается. Вот такое небольшое лобби. Здесь выдают алкогольные напитки. Выдают тем, у кого, ну, все включено. У нас все включено. Нам выдают их бесплатно. Вот здесь подходите, спрашиваете, и вам их выдают. Также еще здесь вот такая вот зона. Здесь зона именно, чтобы выпивать чай или кофе. Я сейчас как раз здесь остановилась, присела. Жду мужа, сейчас он подойдет, и мы уже пойдем в ресторан. А вот здесь стоит такая кофемашина. Вот. Здесь несколько видов кофе. И экспрессо есть, и американо, и капучино, и горячий шоколад, и горячее молоко, и чистый кофе, и макияно. В общем, несколько видов кофе. И также еще вот чай турецкий. Вкусный, вкусный. Так вот они его заваривают. Ну вот. И сейчас я уже, наверное, думаю, что нужно спускаться вниз в ресторан. И, ну, там уже накрывают нам столы и приглашают всех, чтобы мы спускались. Я вот смотрю, зовут на ресепшене объявление. Ну, и на русском языке, и на английском, и на вроде китайском прозвучало, и на немецком. В общем, на нескольких языках прозвучало такое, как объявление, что приглашают всех в ресторан, чтобы все спускались в ресторан. Так, ну мы уже спустились в большой зал. Вот так вот он выглядит. Днем в обеденное время, когда сюда мы заселились, здесь как раз были там блюда, например, сладкие, фрукты, овощи, горячие, закуски. А сейчас все это убрали и составили вот так вот красивые столы. И получается, у каждого стола свои закуски. Есть салатик. Смотрите, здесь такая тарелка с закусками небольшая. Булочки, фрукты, вода есть у каждого. Алкоголь заказывает каждый сам себе. Это наша Лилечка. Приветик. Со своей доченькой Лизой. Это Лилечка, это зрительница моего YouTube-канала. И чисто случайно... Я, кстати, благодаря YouTube я нашла Елену, потому что я увидела как-то видео в YouTube, как она гуляет по Желтому мосту. А это мое любимое место. И я решила во что бы то ни стало с ней познакомиться. И у нас так оказалось случайно, что я заселилась в этот отель. А Елена еще заранее заказали тут места, зарезервировали на Новый год. И мы с ней оказались вместе рядом. Я счастлива. Ой, я тоже очень счастлива и рядом. И вот мы вместе будем отмечать замечательный Новый год с таким шикарным столом. И дальше я хочу вам еще показать. Вот видите, какие у меня замечательные зрители. Самые лучшие на свете. Вот большой-большой здесь такой просторный зал. Здесь такая небольшая суета, я смотрю, здесь что-то все суть. А, алкоголь наливают, разливают, разносят. Молодцы, чай есть? Ну,
и кофе. Как хорошо там дальше. Что у нас там дальше? А, здесь все, зал. Смотрите, как много народу, как много людей, да? Как здорово, как классно. Такая новогодняя атмосфера. А, там у нас сцена в конце. Обещали, что будет какое-то шоу для нас, какое-то новогоднее мероприятие. Конкурсы, танцы, диско. Посмотрим, узнаем. Очень интересно. Раз сцена есть, есть ведущий, значит будет, значит не обманули. Это у нас шеф-повар, я так предполагаю, да. Также еще, смотрите, есть фотограф в этом отеле, который будет нас сфотографировать. А он русскоязычный. Мираба! С наступающим, Мираба! Ой, спасибо, и вас с наступающим! Катька, всего хорошего в новом году! Спасибо, спасибо! Вот сегодняшний наступали! Спасибо большое! Вот такой замечательный фотограф. Ну что, у нас праздник начинается? Сейчас буду присаживаться за стол и начинать ужинать. Всем, кто сейчас за столом ужинает, всем приятного аппетита! С наступающим Новым годом всех! С 2023 годом я желаю всем мира, добра, здоровья, благополучия в семье. Всего самого доброго! Спасибо большое, Лилечка, спасибо большое! Смотрите, у нас уже тут концерт начался. Хочу подойти поближе и посмотреть. Потому что живой концерт, я смотрю, там поет прям живую девушка. Я сейчас иду между рядами, не знаю, пройду ли я. Я попробую пробраться. Ой, как красиво она поет. И с этой стороны пройду ли я. А, пройду. Пройду. Ух ты, какая она, молодец. Обалденно. Вот это голос. Молодец, красавица. И у нас концерт только что начался. Не знаю, слышно меня или нет. Горячее блюдо. Это говядина, нежно-нежная, мягкая. Тут рис. Рис это такой турецкий пилав. Картошечка и помидорка с брокколи. Ну ничего, так неплохо. Просто у меня уже муж попробовал, говорит, что очень вкусное все. Такое мясо очень нежное, во рту тает. Классно, здорово. Смотрите, какой десерт нам принесли. Это безе с орешками. Очень вкусно. А я сейчас хочу вам показать время. 21:55. Это здесь, в Турции. То есть в России сейчас через 5 минут наступает Новый год. Будет 12 часов. И как раз в России, я хочу сказать, именно в Уфе, в нашем родном городе,
будем звонить нашим друзьям, родным и близким, поздравлять с Новым годом. Пожалуйста, берите все трубки, кто сейчас меня смотрит и слышит. А там уже, смотрите, вдалеке пошли турецкие танцы. Наши российские уже русские были, теперь турецкие пошли. Ой, как красиво, девушка танцует.
Буквально считанные минуты, 2 или 3 минуты, мы все выходим на улицу для того, чтобы встретить Новый год. 12 часов сейчас будет. И получается, это будет турецкий Новый год и плюс Новый год, который в России, в Москве. О, на улице так много народу. А где все? Смотрите. Здесь разожгли вот такие вот костры небольшие, чтобы мы тут грелись, потому что на улице очень холодно. Играет громко музыка возле бассейна. Сейчас я пройду, постараюсь пройти. Я сказала, чтобы... я сказала, заболеешь, секундочку. Пропустите меня. Сейчас. Ванечка, я здесь, я туда. Ага. Ну, конечно. Слушай меня, говорит. Смотри, чтобы тебя не скинули. А здесь получается, смотрите, бассейн в пене. Это шампанское открывали. А, так это вся пена здесь внизу. Ну-ка, сейчас пойду посмотрю. Ой, я так иду, да, знаете, а под ноги-то и не смотрю. А, здесь все в пене. Ну, здесь, блин, не видно. Короче, здесь тоже возле бассейна пена. Все сейчас на улице, мы все ждем, когда будет фейерверк. О, осталось, говорит, 2 минуты. Осталось. Так, я вот думаю, куда встать. Это пенная вечеринка? Да, только осторожней, чтобы туда, да. 2 минуты, говорит, осталось до Нового Будешь? Года. Как вода? Прохладная, да? Холодная? Ну что, будешь, нет? Будет? Думаю, у нас тут есть смелый парень, который будет прыгать в бассейн на Новый год. В новогоднюю ночь. Молодец. Все стоим на улице, все ждем. Еще, говорит, 1 минута осталась. Мы все ждем, ждем. Все танцуют алкоголем, греемся. А куда деваться? Мы тут одели такие праздничные колпачки. Так, к сожалению, меня не видно. Ну-ка, я вот так, что ли, пойду на свет? Нет, и так тоже меня не видно. Сейчас я поближе на свет. Вот так. Блин, тоже не видно. Вот. Жалко очень. Ну ладно. А если вот так? Тоже. И кричат, кричат. Когда? Сейчас будет? Давайте. Ждем, ждем. Где будет салют? Куда смотреть? В какую сторону? Все ждут. С Новым годом! С новым счастьем! С Новым годом, с новым счастьем. Осторожней. Так, так. Ну что же, где же наша, где же наш салют, фейерверк? Остались считанные секунды. 30 секунд. Буквально 30 секунд. И настанет, наконец-то, Новый год, 2023. Здесь часы показывают. 23:59. Но нам все сказали, что остались считанные секунды. Ух ты! Еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. У-у-у! Ну давайте, давайте. Где салют? Куда смотреть? В какую сторону? Сторону снимать. Five, seven, six, five, four, three, two, one, zero.
с Новым годом, с новым счастьем!